Село, місто, район? Жовківський район, село Стара Скворя. Скільки років? 49. Второй? Луганська область, Антитівський район, село Дякова. Какой такой? Антитівський. Ух, еще и местный. Давно туда попал? Ну, сюда 3 дня назад, а вообще с Луганской области. Пограничник, где стояли? До операции. А граница где стояли? Где? В станице Луганской. В станице? А вы где? Я? Да. Я мобилизованный, я думаю, недавно. Понятно. Сам Сан-Трацитовского района, да? Дома не было уже давненько, да? Да. Третий. Город Лисичанск, Луганская область. Йо! Ты чё, земель? Откуда? Я тоже 8 лет дома не был. А ты как попал? Был, подписал контракт, делал ремонты в этом ВВРНУ. А потом кинули, когда два отряда соединили, кинули на этот, в счастье, на ППШ, там делал ремонт. Не, а перед 14-м годом как то я подписал в 19-м году контракт. А до 14-го где был? Работал в ЖЭКе номер 1. Где? На рынке, ЖЭК номер 1. Четвертый. Ну, да его сфоткали. Рахим Михаил Степанович. Как? Рахим. Со Львова? Нет, Ревенская область, СНТ, мы всего Куга, Чуха. Пятый. Пятый Вячеслав Владимирович, город Луганский. Служил в Луганском пограничном отделе. Ты при штурме не был, когда штурмовали Чернобыль? Не был? Нет. Понятно. Это ты с какого года служишь? 98. Сколько тебе? 45. Название? Мастер сержант. А по-русски? По-старому старший прапор. Сколько служишь по городцах? 10 лет. 10 лет. Сколько лет? 31? Да. Это со срочки сразу, да? Я не думаю, со срочки. На контракт сразу пошел? Да. Кто был? 7-й. Минская область, Ивановский район, Иванов. Понятно. 8-й. Судник Вадим, Днепропетровская область, 55 лет. 55? Да, мобилизовал. Днепропетровских еще не было. Меня доктор осматривал. Чей доктор? Ваш. Ну? Ну, положил там жгут, ну, я имею в виду, этот, сделал. А, это у вас тут, а там да. Очередная партия пленных.